you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала. С вами Даша Муляр, вы на моем канале «Жизнь без дублей». Я сейчас нахожусь в отпуске в Геленджике, мы здесь уже практически 3 недели. И хочу вас сегодня пригласить провести со мной день. Ну, точнее, я собрала, знаете, фрагменты разных дней, потому что в Геленджике погода очень меняется. За 3 недели мы видели всякое разное интересное. И хочу сегодня с вами поговорить вообще, зачем мы сюда поехали, почему Геленджик, по цене, сколько стоит жилье, какие виды жилья есть, почему мы поехали именно весной. А вы знаете, что в предыдущий раз мы ездили осенью, и вот хочу сравнить весну и осень, и, ну, как бы объяснить нашу позицию, почему мы, например, не ездим летом, потому что такие вопросы вы много задаете в комментариях. Ну, и, в общем, сегодня будет такой выпуск «Калейдоскоп». У меня есть такой формат на канале, да, когда фрагменты разных дней собраны в один выпуск, и выпуск получается, как правило, интересным, динамичным, насыщенным. Ну, давайте вместе пойдем в сегодняшний день. У меня, видите, в руках чашка с горячей водой, здесь градусов 60, и каждое свое утро я начинаю с такой воды с лимоном. Выпиваю 2 такие чашки с утра, таким образом запускаю организм, запускаю процессы. Потому что мой канал, он не только, да, про отдых, про жизнь, но и про здоровый образ жизни, которого я придерживаюсь уже больше года. Да, нормальные люди всю жизнь придерживаются, я придерживаюсь больше года. И вот делюсь с вами результатами. Кстати, в моем телеграм-канале я каждый день рассказываю о том, что у нас происходит в отпуске. Делюсь своими впечатлениями, морем, розами. Кстати, розы тут в Геленджике невероятные. В сегодняшнем выпуске, конечно же, будут и розы тоже, и море. И пройдемся по улицам и увидим много всего интересного. В общем, все расскажу и покажу. Давайте начинать. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Кстати, немножко отклоняясь от темы Геленджика, хочу ответить на вопрос, который тоже в комментариях задают частенько. Как заставить себя выпить такое количество воды с утра на голодный желудок? А я говорю, я выпиваю 2 чашки, это примерно 400 мл. И это получается, в принципе, где-то треть практически дневного объема. На самом деле, действительно, если себя приучать, если мы привыкли пить такую воду, горячую нужно пить для того, чтобы лучше запустить все процессы в организме, наладить желчеотток, да. Ну, если вы будете постепенно себя приучать, ну, вот если вы вообще не привыкли, ну, пейте 0,5 чашки, да, и постепенно увеличивайте объем. И также совет выпивать в день 1,5-2 литра воды тоже имеет место быть, и желательно делать это до 6 вечера, вот, потому что мы... По сути, состоим из воды. Если вы представите, что в вашем организме мало жидкости, да, то как у вас функционирует желчь в желчном пузыре? Она вязкая, да, становится. Как? Откуда жидкостью насыщается кровь? Все клетки, все внутриклеточные пространства и жидкости должны тоже восполнять эту жидкость. Если вы мало пьете, у вас
все в организме загущается. А загущение это что такое? Это замедление обменных процессов. А замедление обменных процессов, особенно в нашем нежном возрасте, приводит к чему? Совершенно верно, к различным воспалительным заболеваниям, к отложению камней там, и так далее. Поэтому, если с этой точки зрения рассмотреть, что воду нужно пить и подойти к этому как бы осознанно, как к всему остальному в жизни, то пьется очень легко. Попробуйте. Погода в Геленджике весной переменчивая, ну, в общем-то, такая, как и у нас у всех. Единственное, у нас не было снега, который выпал, ну, наверное, практически у всех, кроме прям совсем южных регионов. Вот в Геленджике снега не было. Мы сюда приехали, да, 20 апреля. Сейчас, когда я снимаю этот выпуск, 8 мая. Ну, в принципе, у нас хорошая погода, хотя было тоже похолодание. Но весной есть однозначные плюсы в отдыхе. Во-первых, очень мало народу на улицах, особенно вечерами и ранним утром вообще никого нету. При этом все, природа, набережная, море, воздух, все сохраняется и работает на вас. Мы сюда поехали с точки зрения, в том числе, оздоровления, потому что мы с мужем очень любим много гулять. И сейчас мы нахаживаем в день где-то от 15 до 30 тысяч шагов. Вот 30 тысяч шагов на днях у нас был наш собственный рекорд. Небольшой сюжет про это. Мы еще пошли, когда был жуткий совершенно ветер, который иногда бывает в Геленджике. Я вам тоже сегодня покажу. Ну и в качестве оздоровления мы, значит, ходим. Потом я хожу на процедуры, на массаж, на уход за лицом и на некоторые аппаратные процедуры, про что тоже сегодня расскажу. Но самое важное, что я делаю это не только в отпуске, а постоянно вам рассказываю о том, что я каждое утро делаю зарядку. И вот это движение плюс полезное правильное питание, на которое я перешла, да, дает мне возможность вести активный образ жизни. Я совершенно по-другому себя чувствую. У меня прошло давление, я сейчас только что сдавала анализы, у меня практически в норме холестерин, но по сравнению с тем, какой он был, 9. Он у меня сейчас просто отличный, 5,4. Вот. И уровень сахара, инсулина у меня тоже в пределах нормы. Вот, это я все контролирую. По утрам я всегда делаю зарядку, делаю эту зарядку на платформе FitStart, которая дает мне возможность делать зарядку там, где бы я ни находилась. Вот как я могу работать в любом месте, точно так же и свою зарядку я беру с собой в любое место. Я делала зарядку сейчас, когда мы ехали сюда в отпуск, в отеле, где мы останавливались, да, и даже пару раз на стоянке, когда там затекали ноги, в дороге, устаешь, вот, тоже мы выходили, знаете, сейчас я делаю такие хорошие придорожные стояночки, вот, и там тоже я себе на телефоне включала FitStart, разминку с Ольгой Дерендеевой, и прекрасно ее делала. На платформе FitStart тренировки длятся от 7 до 30 минут, я думаю, что 7 минут каждый может выделить на себя в день. Это несложно, но, как я не устаю повторять, количество рано или поздно обязательно перерастает в качество. И, в принципе, опять же, вот по себе я могу сказать, что это качество, оно наступает. У меня сейчас вес 67,7 килограмма, 67,7, рост у меня 172. И, в принципе, кто смотрит мой канал, на ваших глазах я похудела на 10 килограмм и уже практически, наверное, 10 месяцев держу этот вес. Благодаря физическим нагрузкам и благодаря тому питанию, которое я соблюдаю. На FitStars огромное количество тренировок на все вкусы, возраста и ваши задачи, которые вы перед собой ставите. Начать несложно, тем более, что есть прекрасная новость. На FitStars вернулся тариф «Безлимит навсегда». У Майя на FitStars девиз «Май, не скучай». И приобретая в мае тариф «Безлимит навсегда», еще с моей скидкой 70%, ссылка будет в описании к этому видео и промокод на скидку. Сейчас дальше покажу, как его правильно вводить, для того, чтобы скидка сработала. Вот приобретая этот тариф в мае, вы получаете сертификат на умные весы, которые измеряют до 15 видов разных показателей. Представляете, весы измеряют 15 видов всяких показателей. Так они стоят 6 тысяч, а так, приобретая подписку, вы получаете на них сертификат. И сертификат на практически 6 тысяч рублей на приобретение разных классных товаров для фитнеса в магазине FitStar Shop. Вот сейчас расскажу вам подробнее и, конечно, сделаем зарядку.
Как я уже сказала, на FestStars множество разнообразных тренировок по различным программам. Вот смотрите, мы наверху нажимаем программы, вон видите, 170 программ. Похудение, растяжка, зарядки, здоровая спина, йога, танцы, пилатес и много другое. Все программы подходят для новичков. То есть не бойтесь начинать с FestStars. Здесь всегда можно задать по фильтру, выбрать уровень и выбрать, что именно вы хотите. Во всех тренировках FestStars очень подробно, вот курс, смотрите, нажимаем еще в раздел, объяснена и показана техника выполнения упражнений, будто вы занимаетесь с персональным тренером. Вот у меня, например, любимый тренер Ольга Дериндеева. Я тоже вам уже неоднократно это показывала. Вот, например, если вы хотите худеть, смотрите, есть программа «Основы жиросжигания». 12 уроков, на 12 дней рассчитано, и будете худеть за счет сжигания лишнего жира, а не мышц. Это гораздо проще и эффективнее делать со специалистом. Также в подписке доступны рецепты. Вот видите, наверху раздел я открываю рецепты. Рецепты здорового питания тоже с расчетом калорий, где вы можете найти огромное количество полезных и вкусных блюд. Видите, прям по разделам завтраки, обеды. Вот я знаю, что у многих, кто переходит на полезное питание, проблемы именно с тем, как составить грамотное меню. Также есть разные полезные статьи. И что немаловажно, для детей от 3 лет тренировки в игровой форме. Отличный способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни вместе с вами. У меня уже давно есть подписка, и вам советую, потому что на FestStars, я считаю, есть все, чтобы ты был здоровым и оставался в форме. Теперь давайте я вам покажу, как приобрести самую крутую новость этой весны. Это легендарный тариф «Безлимит навсегда». Вот, для приобретения тарифа мы с вами заходим на FestStars по ссылке, которую я дам вам в описании к этому видео. И выбираем тот тариф, который нас интересует. Я вам рекомендую «Безлимит навсегда», потому что это бессрочный абонемент. Вы имеете доступ ко всем программам и курсам. Вот эта цена пусть вас не пугает, потому что я вам даю промокод на скидку 70%. Сейчас покажу, как его вводить. Также здесь будет у вас сертификат на 2000 рублей за 5 тренировок. Видите, сертификат на 3000 рублей за 15 тренировок и умные весы за 25 тренировок. Вот мы нажимаем с вами перейти к оплате и вводим. Вот здесь нужно будет написать адрес своей почты, а здесь нужно ввести промокод. Промокод у нас будет Таша по-русски. И делаем ОК. Видите, цена пересчиталась, безлимит навсегда, стоит 11 990 рублей. За это вы приобретаете программы в безвременное пользование. Ну, на лет на 100, думаю, точно хватит. Ну, а я буду сегодня делать очередную тренировку. Тренировка 2, зарядки 3.0 с Ольгой Дериндеевой. Доброе утро! Сегодня прекрасный день, и вы молодцы, что начинаете его заряд и начинаете его с себя. Вставайте, как вам удобно, сделайте глубокий вдох, вверх, высоко-высоко, и отпускаем все внизу. Хорошо. Начинаем мягко-мягко простукивать пятками пол. И представьте, что ваши руки как тряпочки, мы их отпускаем в свободное плавание. Самое еще, знаете, удобное, что можно заниматься из телефона, из телевизора, из ноутбука, из компьютера. Где вам удобно? Очереди сгибаются, разгибаются. Опять. Раз, два, три, четыре. Идем. Не закидываем. Руками тянемся со всей силы в пол. Плечи еще больше вниз. И прямо отталкиваемся ногами. Ну что, моя зарядка закончилась. Вы видели, в принципе, что она несложная. Поэтому я, как сказала, программу можно подобрать любую. Есть и сложные программы, когда вы хотите прям... Есть, кстати, танцевальные очень хорошие программы.
А есть программы для начинающих. Я, например, делаю такие программы, которые мне вот просто комфортно подвигаться. Да? То есть у меня не стоит задача какие-то мышцы там накачать безумные. Ну вот, а просто подвигаться, размяться, особенно утром или, как я рассказывала, в дороге. Так что, если вдруг у вас не будет срабатывать скидка по ссылке, которую я вам дала, если эта ссылка вдруг по каким-то причинам у вас не открывается, то заходите просто на fitstars.ru и вводите промокод, который я вам написала. И скидка в 70% обязательно будет. И не забудьте заглянуть в магазин FitStars, посмотреть, какие классные товары там продаются. И гантели, и резинки для фитнеса, и коврики, и все-все-все. И, конечно, тариф безлимит навсегда, плюс те сертификаты, которые вы получаете по акции, плюс весы, вы практически этими товарами возвращаете стоимость подписки. И плюс еще получаете занятия в неограниченном количестве на неограниченное количество времени. Ну все, зарядились с утра позитивом, а теперь пойдемте гулять по Геленджику. Посмотрите, какая за мной панорама Геленджика. Мы пошли тут неожиданно гулять по тропе Теренкур Маркотх. У нее перепад высот 284 метра, тропа 4 километра. Время прохождения туда-обратно написано от 2 до 4 часов. Ну, сейчас уже вот вечереет. Мы пошли действительно совершенно неожиданно. У меня садится телефон, поэтому я так особо снимать ничего не буду, но не могла удержаться, чтобы не снять для вас вот такой потрясающий вид на Геленджик. Вот оно море с высоты практически птичьего полета. Внизу город. Ну, конечно, Сахарком. Сейчас пойдем вот по такой красивой лесистой тропе. Тропа, говорят, новая. Еще осенью, когда мы тут были в прошлом году, ее не было. Так что ее только сделали. Вот осваиваем. Наверное, одними из первых. Она считается легкой. И предназначена в том числе для семейного отдыха с детьми. Так что будете в Геленджике, можете тоже прогуляться. Потрясающие виды тут открываются. И лес, конечно, очень красивый. Геленджик расположен в бухте, вид на которую я вам сейчас и показывала. С высоты горы Маркхот. На которую мы забрались. Вот, сейчас вам хочу показать карту Геленджика. И посмотрите, есть такая специфическая особенность, да, вот эта вот бухта, в которой находится сам город Геленджик. С этой стороны у нас, ну, как бы вот отсюда у нас горы, которые как раз закрывают бухту от непогоды. Вот. Бывают дуют ветры, редко очень, но идет дождь, вот. И смотрите, если стоять спиной к морю, то есть мы стоим, вот она, центр города, центральная набережная, здесь ее такой, скажем, основной променад находится, а так набережная длится практически 14 километров, вот так вот можно прогуливаться, очень красиво. Сейчас набережная находится на реконструкции частичной, но, в принципе, там так все хорошо делают, что не мешает гулять. Вот, если мы стоим спиной к городу и лицом к морю, вот сюда, да, то у нас получается по правую руку тонкий мыс, а по левую так называемый толстый мыс. Вот на толстом мысу находится гораздо больше всяких ресторанчиков, отелей, кафешек, и набережная такая более оживленная. А тонкий мыс, он сейчас только благоустраивается, там идет достаточно активное строительство. И пляжи еще, ну, в таком полудиком состоянии. Это я еще раз повторюсь, про весну и про осень вам рассказываю, да? А летом, я так думаю, что народу много везде. И вот посмотрите тоже, я не знала о таком, ну как бы не обращала на это внимания. А поскольку город поднимается вверх, там у нас гора, да, то когда вы прогуливаетесь по набережной и идете от улицы к улице вот так, расстояние короткое. А когда вы по этим же улицам идете по верху, то так как улицы расходятся немножко вот веером, да,
то здесь тоже расстояние между теми же улицами увеличивается. И получается намного дольше идти, чем могло бы показаться. Вот. А у меня, кстати, в июле месяце у меня выходит третья книга. Это сборник рассказов и повесть. Книга называется «Танец стрекоз». Вот я вам здесь привожу, как будет выглядеть обложка. Книга находится уже в издательстве, даже уже в типографии. И повесть, которая вошла в эту книгу, она называется «Попутчики». И как раз там действие происходит в Геленджике. Вот, поэтому надеюсь, что вам понравится та история, которая произошла с моими героями. Один из них искал свою первую любовь, которую не видел 30 лет. Вот вопрос, стоит ли возвращать такую первую любовь, с которой ты 30 лет не виделся, да? Вот. А героиня этого же рассказа уехала от достаточно тяжелого развода, вся в растрепанных чувствах. Ну, а дальше они приехали в Геленджик, а Геленджик – это город романтиков. Ну и что с ними произошло, вы узнаете в моей новой книге. Смотрите, мы поднялись, ну, почти на самую верхнюю точку. Еще чуть-чуть нам осталось. Вот здесь крест. Вон там видна надпись «Геленджик». И здесь такая смотровая площадка. Можно посидеть на лавочке. Сату тоже любуется видом Геленджика. Сатуша, тебе нравится прогулка? Сату, ты как? Сейчас очень красивый вид. Такая дымка над морем. А море, смотрите, прям белого цвета. Хорошо видна бухта, прям вот ее очертания. Вот здесь толстый мыс, вот здесь тонкий мыс. И сейчас, кстати, как раз видно, что он действительно такой, видите, тоненький мыс, а это такой толстенький. И сама бухта. Вот где в центре такое высокое здание, вот там рядом мы живем, как бы по центру бухты получается. Конечно, очень хорошее время для прогулки по этой тропе именно вот сейчас. Мне кажется, летом будет тяжеловато подниматься. Сейчас хорошо, знаете, и не жарко, и не холодно. А вечером так особенно приятная такая прохлада. В общем, продолжаем наше путешествие. Поделилась с вами. Дорогие мои, я пришла в Эко. Выбираю босоножки. Как-то у меня босоножки только одни в жизни, которым 20 лет. Я решила, что надо как-то обновить босоножки. Цены, конечно, эковские, прямо скажем. Вот эти стоят 15 тысяч. Но это, наверное, те, к которым я склоняюсь. Начала сразу с них. Мне нравится, что они металлик. Они еще есть, знаете, в каком цвете. Мы, конечно же, с сахарком. Куда же без него. Вот. Есть еще такие светлые, ну, может, кому пригодится информация, кто еще не был в Эко, очень легкие, прям невесомые, все кожа, но мне кажется, что вот этот цвет быстро запачкается, ну, и будет никакущий, а металлик, как показывает практика, с годами становится только краше. Ну, вы понимаете, что я ближайшие 20 лет теперь собираюсь вот эти босоножки носить. Очень удобная колодка, отлично на ноге сидят, сейчас покажу. Еще я мерила вот такие, ну, вроде как на танкеточке, вот. Но они все-таки, знаете, вот эта танкеточка тяжеловата. И еще мерила вот такие. Ну, цена у всех примерно 13, 14, 15 тысяч. Вот мы, в принципе, шли мимо тут по улице и увидели как раз вот эти. Вот. Но все-таки я не сторонница такого прям совсем спортивного стиля. И 15 тысяч за шлепки как-то мне жалко. А это все-таки босоножки и под платье, и под брюки, и под спортивный костюм можно. В общем, склоняюсь к таким. Ну вот как на ноге смотрится. Понятно, что я потом буду на босую ногу носить. Если хотите следочек, можете, там хотя бы не будет видно серого носка. Ну, я понимаю, да. Мне кажется, я хорошая, они, знаете, прям такие удобные, как будто я много родилась. Старше ее, видимо.
Ну, давайте покажу вам, что еще есть. Вот есть еще, смотрите, такие лакированные. Большой выбор, кстати, вот таких вот совсем пляжных. Тоже они такие невесомые, но для пляжных 8 тысяч это вообще, на мой взгляд, какая-то цена космическая. Не знаю, может, я отстала от жизни, но, по-моему, очень дорого. И вот эти, которые я склоняюсь все-таки взять, они еще, смотрите, есть в черном цвете, может быть, кому-то нужно. И вот эти, как я показывала, такие бежевые. Еще вот эта симпатичная тоже модель, кстати, тоже невесомая, на танкеточке. Натуральная кожа, рыжего цвета. Вот у кого, может, есть сумки такого цвета, я знаю, некоторые любят, тоже хорошо будет. Да, еще есть вот такая модель. Ну, это для прогулок, да, очень хорошо, но я не могу в таком. Для меня это слишком такой спорт. Еще у меня это с детьми ассоциируется. Я детям такие сандали в детстве покупала, поэтому это я не могу такое. А так вот они есть, смотрите. И тоже лакированные. Ну, я знаю, что некоторые любят такой стиль. Просто это эти некоторые, это не я. Ну, хотя все меняется. Может быть, и по-другому будет. И для мужчин тоже есть большой выбор вот мужских всяких. Ну, и есть такие более классические, прямо, знаете, ну, классические босоножки. Вот. От платья, такие офисные, там на работу, тоже хорошие, кстати. Большой выбор очень. Вот эти вот красивые. Ну, эко, конечно, очень хорошая колодка, с этим не поспоришь. Хочу вам показать еще один пляж Геленджика. Это платный пляж. Я вам показывала до этого различные бесплатные пляжи, которых тоже очень много, очень разных. Есть центральный пляж с песком, который вот там вот чуть дальше находится. А мы с вами сегодня на пляже, который такой окультуренный, очень окультуренный. И, ну, по стоимости вам могу сказать, что вот зонтик с двумя лежаками стоит 1600 рублей, до 6 вечера он арендуется. Вот, есть еще вот такие вот мягкие, не знаю, сколько они стоят, честно говоря. Видите, есть еще вот такие кабинки, но цены, конечно, конкретные, прямо скажем. Но, тем не менее, несмотря, что сейчас у нас еще конец апреля, посмотрите, сколько народу даже на платном пляже. Повторюсь еще раз, что здесь много бесплатных пляжей, особенно вот туда, в сторону Тонкого мыса. И там можно прийти со своим лежаком, можно просто с подстилочкой и отдохнуть. Вот. Ну, мы в качестве эксперимента сегодня зашли, посмотрели, что тут и как. Выгулили нашу собачку. Вот, и пойдем сейчас гулять дальше. Ну, может быть, кому-нибудь данная информация будет полезна и интересна. Здесь, видите, тоже есть такая зона, огорожена понтоном. Место купания. Несмотря на то, что вода 16 градусов, дети, видите, купаются. Я вот смотрю на них и подумываю, может быть, мне тоже рискнуть. Находится этот пляж рядом, вот видите, Кекс называется заведение. Здесь есть тоже свой бар, зонтики. И люди принимают солнечные ванны. Ну, как я вам уже говорила, я приехала сюда с целью оздоровления. И вот я хожу через день на спа, на массаж и на процедуры по лицу. Вот сейчас 9 утра, и я пришла в спа-центр. Это такая бодрая. Спа-центр отеля «Приморье». Вот, он недалеко от нашего дома, где мы квартиру снимаем. И сейчас у меня будет аппаратная процедура по телу. Называется она «Яшидом». Сейчас ее покажу. Потом у меня будет массаж спины, ног. Ну, такой, знаете, с целью, поскольку я все время сижу вот так, то с целью восстановления вот, кровообращения, мышц. И массаж по лицу. С уходовой процедурой я делаю.
Вот здесь утром никого нету. У меня есть отдельный выпуск на канале. Я когда была тут осенью, я более подробно показывала, делала обзор этого спа. Если интересно, вот ссылочка на выпуск, можете посмотреть. Здесь вот есть, видите, такая финская сауна, такая она вот теплая. Ну, где-то 80 градусов тут. Есть даже вот комнатка, тут лед. Можно потом выйти льдом, охладиться. Зона отдыха, можно потом полежать, чайку попить, водички попить. Потом хамам. Утром народу тут вообще никого нету обычно. Вот. И все, конечно, тут такое прям замечательного качества, дизайна и чистоты невероятной. И вот мне очень нравится еще арома. Но, если честно, практически сюда-то я имею в виду в спа-зону, мало я хожу, потому что, ну, в основном я хожу именно на массаж и на процедуры по лицу. Ну, на самом деле, в очень многих местах и отелях можно, и спа-салоны тут есть, и медицинские центры, можно найти для себя процедуры, совместить отдых с оздоровлением, даже если вы живете в частном секторе. Вот. Ну, а я пошла в свой Йоши-домик. Здравствуйте. Доброе утро. Домик. Сегодня у нас 1 мая. Хочу вам снять немножко море, как выглядит. У нас третий день, дует жуткий ветер. Вот. Но на улице при этом, наверное, градусов 18-20. Ветер прохладный, но на улице комфортно. Море при этом на удивление спокойное, потому что ветер дует с материка. Видите, рябь в обратную сторону идет. И смотрите, какая прозрачная вода. Некоторые даже, видите, лежат на море. Пришли яхты всякие красивые. Ну, а мы идем гулять. Нам погода не помеха, главное тепло одеться. Вот. Thank you.
вам геленджикское чудо. Смотрите, она расцветает с каждым днем все больше и больше. Это дерево роза, роза дерево. При этом она еще невероятно пахнет. Кто в Геленджике, это адрес улица Мира, 22А, свадебный салон. Вот такая вот роза у него. Она, видите, аж через крышу прорастает. Просто это местная достопримечательность, я считаю. Мы зашли в лавку кофейную, в которой мы были тут осенью. Здесь делают кофе на песке и продают разный вкусный сыр. Я вот тут очень люблю. Гауда козья, Казань делает, вообще просто замечательный, такой терпкий, хороший вкус. Мы заказали кофе, и кофе, вот такой, видите, взяли этот сырок. Чтобы каждая позиция, вот последняя, сейчас у меня вот стил, там 271 позиция. Я все, я знаю, что как, а именно как производитель называется, не запоминаю. Знаю, что Казань, да. Потому что этот сыр у меня уже 2 года, я его привожу. Ну, вот он нашел. Эта кофейня находится на Толстом мысу. Вот на этой улице называется сырный сомелье магазин. Называется сырная лавка, сырный сомелье, кофе по-восточному, хамон. Вот, и тут огромный вообще ассортимент. Вот такие кресла интересные. Они раньше внутри стояли в октябре. А сейчас их на улицу переставили. И осенью еще здесь жила канарейка. Сейчас еще холодно для канарейки. А так еще здесь живет канарейка. И здесь вообще масса всяких вкусняшек. Всяких, знаете, таких удивительных вкусняшек. Сегодня пришла на процедуру вот на таком аппарате, называется Icon. Вот. Там много технологий совмещено, это такой современный аппарат. И вот у него такие массажные элементы. Я, видите, вот в таком костюме полностью, как комбинезон. И будут вводить по мне вот этим вот аппаратом. Ну вот болевых ощущений, вы знаете, нету, нормально. Ну отлично. Болевых ощущений и не должно быть. Это мы сейчас что делаем? Мы с вами сейчас вот этот режим хорошо делает оксигенацию, насыщение кожи кислородом. Вот. Следующее мы будем делать проработку фасции. А вообще в целом мы работаем с лимфой. У вас будет уходить лишняя жидкость, не будет отечности, будет очень гладкая кожа. Аппарат работает как на уменьшение объемов, то есть коррекция фигуры, так он очень полезен для здоровья. Тут идет стимуляция сосудов. Первая, вторая стадия варикоза очень хорошо помогает. Противопоказание одно. Это уже четвертая стадия варикозное расширение вен. Это у нас уже когда идут такие узлы наружу, тогда, конечно, нельзя. А так у него противопоказаний никаких нет. Можно даже беременным просто вот область ног, лицо. А стоит 3000 за полчаса, да? Полчаса 3500, а час 6000. Сколько для эффекта нужно процедур сделать? Ну вот так же, как массаж. 10 процедур можно сделать. Его можно делать каждый день, можно делать через день. Спасибо. Черешня краснеет на глазах. Видите,
такой сегодня. Прям красотка. Слушайте, зашли на рынок, в местной павильончик тут небольшой, купить сахарку шеи. Смотрите, какие интересные шеи. У нас они продаются очищенные. А еще меня, знаете, что удивило, что вся курица тут желтого цвета. Это птицефабрика Новомышастовская. Вот, наверное, на зерновом откорме они, что ли, не знаю. Почему-то они прямо, знаете, как будто домашние куры все. Цены, вот смотрите, шеи по 150 рублей. Ну, в принципе, это нормальная цена, но обычная у нас. Филе грудки 450, окорочка 370. Вот есть целиком эти куры, называются домашние, 310. Вот такое подсмотрела тут для вас. Ну, а так все, в общем-то, как обычно. И у нас на рынке, вот здесь вот, уток много, кстати. Утки по 895. У нас они по 700. Вот филе утки. Вот так вам подсниму цены. Просто вот здесь, кстати, курица тоже желтого цвета. Вот видите, видно на фоне этой голубой. Ну, теперь пойдем клубнику купим. Вот мы уже здесь брали. А почем клубника? 270? Какой хорошенький. Я, кстати, много перепробовала в тот раз. Вот она вроде внешне все одинаковые, а по вкусу, конечно, вся разная. Горох тут вот по 300 рублей. Ну вот, давайте пройдемся с вами по рядам. Сейчас везде полно клубники. Ну, здесь вот это основные ряды. Это много специй, чучхелы, которые, кстати, вот этих цветов безумных. Я вообще не понимаю, как это можно есть, если честно. Вот здесь, смотрите, клубника по 200. Мы купили по 270 только что. Ну, есть на самом деле по 300 и по 400. Это зависит от продавца и сорта. Сейчас проходили там, вот она, пожалуйста, и 400 рублей, и 300. Меня, знаете, удивляет, что нету черешни. Мы вообще пришли черешню посмотреть, потому что черешня уже на улицах. Идешь по улице, деревья стоят, и там зреет черешня. А вот 500 рублей при этом. Видите, мелкая, а местная. Ну, какая-то она не очень. Вон веники дубовые. Из эвкалипта. Насчет воздуха не переживете. И она на таком уровне не варена. Ну, идем дальше. Вот здесь вот еще такие, видите, закрытые. Ну, под крышей, я имею в виду, ряды. Ну, в принципе, ассортимент примерно одинаковый везде. Я говорю, меня особенно впечатляет вот это вот, ну, на мой взгляд, какая-то синтетическая чурчхела. Ну, вот это вот еще похоже на натуральную. Ну, вот эти вот цвета, это просто какой-то, не знаю, мне кажется, это опасно для жизни. А еще я обратила внимание, на рынке сейчас появилась вот такая вот эко-пастила. Но это то, что мы в дегидраторе делаем. Мне, честно говоря, тоже ее как-то страшновато брать. Не знаю, что там в составе. Вот эти, бычье сердце. По 320 они, да? Ну, давайте маленьких. Это свои помидоры, там не делили их на маленькие, на большие, кому как раз. Дагестан, они делят на средние, маленькие, крупные. Ну давайте.
красивые. Брали. Пахнут так вообще. А, потверже. Угу. Мы их всего второй раз привезли. Они такие красивые, и симпатичные, и вкусные. Ну, хватит, наверное. Да. Угу. На 300 рублей. Ага, хорошо, отлично. Огурчик. Вот смотрите, у меня следующая процедура называется Яши дом. Такая капсула. Вот. Ну, похоже на капсулу МРТ, мне почему-то напоминает. Смысл в том, что там внутри тепленько. Ну, так лежишь, знаете, как в такой легкой сауне. Вот. А вы нам расскажите, пожалуйста, что происходит-то? Угу. Значит, это японская капсула Яши дом. По-другому ее еще называют капсула долголетия или детокс-капсула. Что в ней происходит? Здесь инфракрасное тепло с напылением вулканического песка природного, который находится в Японии. Японцы изобрели эту капсулу. Здесь у вас выходит пот, который называют второго типа, который находится очень глубоко. Там находятся шлаки, соли, тяжелые металлы, какие-то лекарственные препараты. И вот с жидкостью они выходят. Ни в одной бане, ни в одной сауне, даже в инфракрасной сауне не выйдет эта водичка с этими шлаками. То есть там выходит поверхностный пот, его называют первого типа. А в этой капсуле вот именно пот второго типа. То есть эта капсула также у нас борется и с лишним весом, и самое главное – это здоровье. Показана она всем. Противопоказание у нее только одно. Это если внутри в организме находится пластин, металл какой-то. То есть это кардиостимулятор может быть, или при переломах какие-то металлы бывают, ставят пластины титановые, ну что-то такое. Вот тогда только противопоказание. А так, с 18 лет и до глубокой старости она показана. Ну, понятно, если обострение какое-то у нас, какого-то заболевания, то есть гипертонии, например, само собой в обострение заболевания, естественно, нельзя. А так, в обычной жизни она показана всем, потому что идет очень хороший детокс. То есть сейчас я буду потеть, правильно? Да, вот вы лежите там, у вас такое приятное тепло. Да. Если вам становится некомфортно, жарковато, мы температуру убавляем. То есть вам должно быть всегда комфортно. И через где-то 15 минут с вас начинает бежать водичка. И это, то есть в общем вы лежите 35 минут. Если позже начали потеть чуть 15 минут, мы можем добавить 5 минут, и вы будете там 40 минут лежать. То есть вы теряете вот эту ненужную жидкость, которая застаивается в организме. Понятно, хорошо, спасибо большое. Ну все, у меня завершилась эта процедура Яша дом. Вот, что могу вам сказать. Потеть я начала, наверное, минут через 15. Лежать комфортно за счет того, что у тебя голова наружу находится, и здесь кондиционируемое помещение, то нормально, комфортно, не жарко. Когда чувствуешь, что тебе жарко, чуть уменьшает там температуру. И потом действительно вода потекла, знаете, ну вот прям простынка, на которой я лежала, она такая прям мокрая, как будто ее водой облили. Ну, в общем, интересный эффект. Сейчас я еще иду на обертывание водорослями. Здесь сейчас такая акция, объединили эти процедуры. Вот этот Яши дом стоит 3500 за полчаса. И вот обертывание водорослями плюс еще. И плюс массаж по лицу, вот это все объединили. Вот такая комплексная процедура на полтора часа получилась за 7000. Это такая тут скидка весенняя. Вот, так что, в общем, сейчас иду дальше делать обертывание водорослями. Самочувствие хорошее, я такая бодрая. После еще айкуна предыдущего. И, знаете, такая общая легкость в теле. Сейчас вот принимаю душ и иду на обертывание. А 100, да? Дайте мне, пожалуйста. На сколько? Мне 5 штучек. Бутоны? Ну, такие, да, вот такие. Ага. Такой тут около рынка цветочный ряд. Частники продают из местных дворов.
Вот купила пионы по 100 рублей. Я до этого зашла вон там цветочный магазин. Там пионы по 300 рублей, но импортные. Вот. А здесь, видите, тюльпаны ящиками продают. Рассада всякая. Ну, какое алоэ красивое. Домашние цветы. Ну, ничего не хочу отсюда везти. Ехать еще 2 дня. В общем, так, цветочки купили, дома поставить достаточно. Вот. Слушайте, прям не могла мимо пройти. Вы посмотрите, что творится. Какая роза. Что-то невероятное. Вот из такого ствола по всему забору. Здесь вот еще один куст, как на штамбе. Ну, выглядит как на штамбе, хотя это просто куст такой. Смотрите, какие мелкие цветочки. С мучнистой росой они, правда, но тем не менее выглядят великолепно. И вот это вот по всему забору. Просто что-то колоссальное. И сейчас еще покажу, на другую сторону переходит. И вот смотрите, с этой стороны улицы тут еще вот такой куст, и это роза. Посмотрите, это просто дерево, я не представляю, сколько ему лет. Это что-то невероятное. Это роза. Я просто смотрю, своим глазам не верю, что вот с такой толщиной ствола может быть роза. Прямо достопримечательность. И вот еще с той стороны вот такой куст. Ты представляете, как люди ухаживают за этими розами и вот любят растения? Ну, потому что это вообще редко здесь даже такое встретишь. Просто невероятное. Какое-то как шампанское, да? Для тех, кто захочет посмотреть и находится в Геленджике, это улица Толстого. Смотрите, мы гуляем по Геленджику. Вот мы на Платановой аллее. И здесь сегодня такая ярмарка выходного дня. Продают, видите, разную рассаду. Вот, хочу вам показать, какие есть цветочки. Посмотрите, какой выбор крупнолистных гортензий. Вот это мне понравилось. Прям разные-разные есть. Цен у них не вижу. Вот здесь вот есть вот такие вот. Это остеопермумы, наверное, по 400 рублей. Георгины. Вербена вот по 150. Ну, так я вам цены. Вот такие вот, как ромашечки. Не знаю, как это называется. По 300. На той стороне всякие в горшках. Дайва, каштан, смотрю, лавр есть. Хурма, ну такое все. Теплолюбивое. Ну, я отсюда не буду ничего везти, потому что мне кажется, что в нашем климате это все равно не очень будет. А так вот, смотрите, вот такие большие гортензии, крупнолистные, он 2000 стоит. Вот. Может быть, кстати, можно было бы и взять, но у нас машина загружена, и там сахарок. Все равно я не довезу, хотя такая большая гортензия за 2000, это дешево. Правда? Мне кажется, прям дешево. Ну, во всяком случае, по нашим ценам, то дешево. И вот очень красивая пеларгония. Ну вот, небольшой обзорчик. А я уже мечтаю о том, что приеду домой и поеду там у себя в Александрове на рынок и буду тоже покупать себе рассаду. И что к тому времени наконец-то снег растает, я надеюсь. Ну вот и подходит к концу этот мой такой длинный, я надеюсь, достаточно насыщенный, интересный выпуск из тех фрагментов нашего отпуска, который я для вас собрала.
за то время, что мы были в Геленджике. Подытоживая все это, хочу сказать, что между весной и осенью в таком курортном месте есть, конечно, большая разница, которая, как я уже говорила, заключается в том, что море, да, основное это то, что море весной холодное, потому что оно за зиму остыло. То есть воздух теплый, а море еще холодное. Поэтому, я, например, так и не рискнула тут искупаться. Что касается осени, мы приезжали в октябре месяце, по-моему, числа 6 октября мы приезжали тоже на 3 недели. То даже в октябре месяце море еще не успело остыть. Это просто, чтобы вы тоже, кто любит именно купаться, да, имейте в виду, что с этой точки зрения осень, которую называют бархатным сезоном, она гораздо приятнее, если вы хотите купаться осенью, я купалась. Вот. Но осенью холоднее воздух, то есть прохладнее ночи, и днем не так тепло, как вот сейчас бывает. А с погодой, конечно, как повезет. Но если вы такие же любители длительных прогулок, например, как мы с мужем, да, если вы любите, когда в курортном месте мало народу, то и весна, и осень вам вполне подходят. И в Геленджике прекрасно отдыхать, потому что есть где гулять. Это красивейшая набережная. Это сосновые дубовые аллеи, это очень много улочек, по которым приятно идти, и если весной вы видели везде розы, все цветет, деревья цветут, и жасмин цветет, и разные плодовые деревья, то осенью своя красота, своя прелесть, все постепенно увядает, и на твоих глазах все эти горы, которые я вам показывала, становятся зеленых, желто-красными, и полыхают просто красками. Вот. Нам осталось буквально несколько дней на тот момент, когда я записываю это видео. Через пару дней мы поедем. Вот, планируем поехать еще кое-куда, заехать до дома, о чем я вам расскажу в следующем выпуске. Надеюсь, что у нас все получится. И, как обещала, что касается жилья. Я не снимала вам никакой подробный обзор, да, именно жилья. Но я до этого в предыдущем выпуске показывала обзор квартиры, где мы живем. Что касается цен, то весной, конечно, дешевле, чем осенью. То есть сейчас можно снять от 1500, наверное, от 1000 на человека. Это будет какой-нибудь гостевой дом, там вот комната, да, с удобствами, они сейчас очень хорошие. Вот в районе 1000-1500 на человека, даже в период майских праздников. Я знаю, была такая цена, у меня подруга собиралась приезжать, я для нее узнавала. Что касается квартир, то цены разные, это зависит от квартиры, от района, но тоже они где-то от 3000 и, наверное, 1000 до 5000, до 6000, вот весной. А летом цены, естественно, поднимаются, но так как я не была здесь летом, я не могу вам сказать, насколько. Что касается осени, то осенью дороже, чем весной. Примерно процентов, наверное, на 25, вот так вот. То есть все равно еще дорого, вот, но не так, как летом. В принципе, найти жилье можно на любой вкус, на любой кошелек, начиная, как я сказала, от гостевых домов, небольших, от даже хостелы есть, да, с удобствами там в коридоре или с общими удобствами, до удобства в номере, до кухни в номере, то есть по-разному есть. Есть отели разного тоже уровня звездности и есть разные квартиры. Мы вот эту квартиру в свое время нашли на сайте suточно.ru, также я искала на Авито, и также вот я, например, пользуюсь сервисом Яндекс.Путешествия, когда мы куда-то едем, я все время там задаю фильтры, кстати, мы же путешествуем с собакой, вы об этом знаете, и я обычно ставлю фильтр на всех этих площадках, которые я перечислила, есть фильтр с питомцем, можно с питомцем, и вот так мы нашли эту квартиру, мы поставили фильтр можно с питомцем, и на те числа, которые нам нужны, вот нашли эту квартиру, поэтому вариантов масса. Что касается питания здесь, в Геленджике, то тоже различные варианты возможны. Есть достаточно хорошие столовые, где можно взять комплексный обед, где можно просто отдельно какие-то блюда, да, выбрать. Есть огромное количество магазинов, отличный супермаркет Табрис. Он хоть и не дешевый, но все равно это получается дешевле и, главное, качественней, чем, например, в том же ресторане, да, то есть это получается чуть дороже, но качественнее, чем в столовой,
и чуть дешевле, а по качеству там же, как в ресторане. Вот в Табрисе есть очень большой кулинарный отдел. Ну, можно просто покупать продукты и готовить, если у вас есть кухня. То есть вариантов много разных, каждый, я думаю, подберет для себя, но отдых именно во внесезонье, вот про который я вам рассказываю, нам лично очень нравится, и даже если у вас сад и огород, ну, как у нас, да, то посмотрите, я уехала как раз в тот период, когда ничего сажать у нас в Владимирской, в Московской области нельзя, вот. Ну, а рассаду я все куплю в этот раз, ну, зато отдохнули. И то же самое осенью. Мы уезжали осенью, когда мы уже закрыли, так скажем, дачный сезон, убрали теплицу, убрались на участки и уехали отдыхать. То есть как раз вот это межсезонье для огородников, на мой взгляд, тоже подходит, если у вас такая же проблема, как у нас, да, что мы не можем в течение лета уехать. Но у нас как бы это не проблема, нам очень нравится летом именно у нас на участке, потому что все цветет, у нас там тепло, хорошо, а уезжая в межсезонье, получается, что мы продлеваем себе теплый период года на месяц весной и на месяц осенью. Таким образом у нас получается не 4 месяца лета, но если май можно вообще летом считать, да, а соответственно 6, полгода. Вот мы, в общем, поэтому и ездим. Ну, с вами была Даша Муляр. Как всегда, жду ваши комментарии, слова поддержки, может быть, какие-то вопросы. Приглашаю вас к себе в Телеграм, где я каждый день выхожу и рассказываю, что у нас происходит, делюсь какими-то своими мыслями, чувствами, отрывками от тех новых произведений, которые я пишу. Ну и вообще у нас там очень хороший дружный коллектив, потрясающий чат, где мы очень хорошо общаемся. Душевно. Самое главное, душевно. Ну что, пока-пока. До новых встреч на канале. Ваша Даша Муляр.